Ты образ или амплуа оператор. Когда он снимает со стены ружье, верит не только Станиславский. Саша Штернов. Недавно понравилась одна песня, и, как оказалось, она про театр, правда, не совсем веселая. Стихи Роберта Рождественского, а музыка Михаила Баранова. Называется «Концерт в госпитале». Сорок трудный год, омский госпиталь, коридоры глухие, маркие, шепчет старая нянечка, господи. Да чего же артисты маленькие? Мы шагаем палатами длинными, мы почти растворяемся в них. С балалайками, с мандолинами и большими пачками книг. Что в концерте, чтение, пара песен военных правильных, мы в палату тяжелораненных ходим с трепетом и почтением. Мы в палату тяжелораненных ходим с трепетом и почтением. Двое здесь майор артиллерии с ампутированной ногой, сумасшедшим пою под ельней, на тебя принявший огонь. Сумасшедшим бою под ельней, на себя принявший огонь. На пришельцев глядит он весело, и второй добровей забинтован. Капитан, ранивший мессера, 3 недели назад над Ростовом. Капитан, таранивший мессера, 3 недели назад над Ростовом. Мы вошли, мы стоим в молчании, вдруг срывающимся фальцетом абрикосов. Гришка отчаянно объявляет начало концерта. И уже не вполне совершенно, но вовсю запевали, внимая, о народной поем, о священной, так как мы ее понимаем. Там Чапаев сражается заново, краснозвездные мчатся танки, там шагают наши в атаке, и фашисты падают замертво, там чужое железо плавится. Там и смерть отступить должна, если честно признаться, нравится нам такая война. Если честно признаться, нравится нам такая война. Мы поем, только голос летчика раздается, а в нем укор. Погодите. Постойте, хлопчики, погодите, умер майор. Балалайка всплеснула горестно, торопливо, словно в бреду. Вот и все о концерте в госпитале, в том суровом, лихом году. Стишок от имени, ну, вернее как, дочка не захотела этот стишок читать, а я за нее прочту. Вот, мы недавно разгребали
старые записи дочки и нашли один, по-моему, гениальный стишок. А тут мне его напомнили, ну вот там про зону немножко читали. В общем, ребенок маленький написал. Придет серенький волчок и укусит за бочок. И повесит на волчка укушение бочка. Хорошо. Господа, дамы, неожиданно к нам приехала Примадонна. Но не Алла, а Лида Пахомова. А мы сейчас проверим, какая она Примадонна. Скажи мне, как называется юбка у балерины? Берем в фантанцовку. Пачечка. Юрий Визбор. Рекламы погасли уже, и площадь большая нема, а где-то вверху на седьмом этаже качает сынишку мать. О, сколько долгих ночей с тобой мы проведем. О, сколько долгих ночей с тобой мы проведем. Отец твой далеко, далеко, пускай тебе, сын мой, приснится. Амурские сопки и берег высокий, недремлющая граница. О, сколько долгих ночей с тобой мы проведем. О, сколько долгих ночей с тобой мы проведем. Такую же ночью, Алёша, бродили мы с ним до утра. Не слушай меня, засыпай, мой хороший, придёт и твоя пора. О, ночей с тобой мы проведем.